тусоваться не только можно, но и нужно. Косплей-пати в Чите на минувших выходных собрал заядлых любителей аниме, компьютерных игр и комиксов. Десятки любимых персонажей и необычных костюмов, незатейливых и впечатляющих. Бен – утопленник, Джейсон – Вурхис, Алиса в стране кошмаров, Пайпер – Маклин и Чумной доктор. Впрочем, суровых читинцев, как оказалось, привлекают не только страшилки, но и вполне милые герои. Это кигуруми, японская пижама. Я косплею, у меня только парик Синон из Sword Art Online. Но полного костюма, к сожалению, нет. Денег, к сожалению, нет. Японский хулиган. Битар. Ну, это интернет, короче, человек, который всегда, все время сидит дома. Ну, анонимный всегда. Вы же не знаете, кто я? Нет. Вот, отлично. Комфортно в пакетике. Честно, задыхаюсь. Вы бы ходили так каждый день? Да, я думаю, что это очень интересно, необычно. Возможно, многим людям это покажется, ну, очень так странно, но мне нравится. Зебра – спортсмен. Интересно, а почему спортсмен? Потому что в кроссовках. Косплей – это не просто необычные костюмы, но и воплощение характера, пластики и даже мимики героя. Читинцы справились с ролью на отлично. Я в роли Ворона. Это персонаж Брэндона Ли из фильма 1994 года. Классный фильм по комиксу, который никто не помнит. Какой она вам больше нравится, без театрального грима или такой? Вы знаете, об этом всегда ответ относительный. Сначала любишь душу, а потом она начинает гримироваться, и ты влюбляешься полностью. Подходящая мелодия. Участник не только эффектно презентовал свой костюм, ждали гостей и испытания, интеллектуальные викторины, конкурсы. А в подарок за старание – экзотичный сюрприз. Такого персонажа увидеть здесь точно никто не ожидал. Центр «Макси» в очередной раз подарил читинцам теплый и веселый вечер с приятными сюрпризами и презентами. А еще доказал, здесь сбываются не только обычные, но и самые сказочные мечты. Гуля Алхасова, Ирина Петрова, ЗапТВ.